А теперь к другим темам. Автопоезд «Забота о здоровье» вновь отправился в рабочую командировку. На этот раз детские и взрослые передвижные медицинские комплексы побывали в Хасавюртовском районе. Попасть на прием к врачам ведущих лечебных учреждений республики смогли и жители населенного пункта Камыш-Кутан, где побывали и наши корреспонденты. А насчет лекарств, таблеток, что пить, что не пить? Напишу сейчас все. То, что там написано, да? Нет, я сейчас вам откорректирую, подождите. Весть о том, что автопоезд с медработниками едет в Хасавюртовский район, быстро разлетелась по всей округе. Хабиб Султанмагомедов одним из первых пришел на прием к врачам. Говорит, со здоровьем не все ладно, поэтому возможность пройти осмотр, не выезжая в город и райцентр, решил не упускать. Обслуживание очень высокое, на высоком уровне. Врачи приветливые. Я доволен. Здесь же все есть. И машины есть, и рентген есть, и УЗИ есть, и обслуживание. Просто профессионально. Для местных жителей такой приезд. Целая бригада высококлассных врачей – это большая экономия силы, времени и средств. Работает сразу 7 медицинских модулей. Принимают почти 30 специалистов – от онколога до офтальмолога и стоматолога. Помимо консультации, пациентам проводят УЗИ и эндоскопию внутренних органов, флюорограмму, маммографию, ЭКГ и другие виды исследования. Получить всю медицинскую помощь жители могут бесплатно по страховому полису. С маленькими детьми не приходится куда-то ездить, обследовать их. Тем более в наше время очень много жалоб у маленьких детей, очень много больных детишек. Специалистам надо проходить. И очень удобно сделали, что приехали к нам. И есть возможность, что вот так мы могли пройти специалистам, сделать УЗИ. Большое спасибо, что так приехали, заботитесь о нас. Раннее выявление и диагностика опасных заболеваний – вот главная задача, которая стоит перед специалистами мобильной поликлиники. Это вторая рабочая командировка автопоезда. Совсем недавно медики побывали в прикутанных хозяйствах сразу 5 районов, где обследовали более 4000 человек. В этот раз их количество будет гораздо больше. Превалируют заболевания сердечно-сосудистой системы, неврологические. Особенно выражено здесь плоскостопие детей, астигматизм. С нами идет и окулист детский, с нами едет ортопед-травматолог, детский невропатолог, детский кардиолог. Все это специалисты здесь задействованы. А кого на третий этап может быть, и кто-то из них может нуждается в высокотехнологичной медицинской помощи. Вот наша цель. У автопоезда «Забота о здоровье» плотный рабочий график. До конца года надо посетить еще несколько районов. Этот проект – инициатива главы Минздрава Дагестана Джамалудина Гаджибрагимова. Мобильные поликлиники пользуются огромной популярностью у жителей, особенно отдаленных сел. Поэтому медпомощь на колесах и дальше будет курсировать по районам республики. Залина Муртазалиева, Марьяна Масуева. Время новостей.